Всем привет, всем начинающим квартирным электрикам, привет всем считающим себя, что квартирная электрика и обычная электрика – это разные вещи совсем, привет специалистам и привет конченным квартирным электрикам, ну и всем остальным тоже привет. Вот купили мы такой щит. Он, сейчас я его достану. Давайте посмотрим, что у него внутри. Это не как реклама, просто щит на 24 модуля. Не знаю, тут производство не написано. Мутлусан какой-то. Контртер. Мада ин Турция, ребята. Так, это пока нам не надо. Вот он такой прикольный, симпатичный. И мы будем сейчас его собирать. Давайте достанем из пакетика. Вот он. Как тут его открывать-то? О, видите, как тут пахнет. Он пахнет чем-то, непонятно чем. Так. Это все придется подрезать красиво. Уберем в сторону. Так, что у нас тут? Тут у нас, ребятки, запчасти. Модуль я уже приготовил, как вы видели. Что в голову сбрело, то и поставил. Так, как тут? Вот так получается, да? И тут вот так. Ну, в принципе, нормально. Нормально. Так, что тут у нас еще? Наклейки. Какие-то непонятного цвета. Что тут у нас еще? Есть еще какие-то. Что это за фигня? А, ну это какие щитки бывают, типа инструкции. Все понятно. Здесь у нас, ребятки, они еще до дифференциальных реле не дошли, похоже. Здесь у нас будет, блин, а этого немало. Ну ладно, тут такая фигня. И куда ее крепить? Я не знаю. Ну ладно, это можно подрезать, выровнять там. Туда-сюда. Вроде бы закрывается. Ужас. Ужас, какая халтура. Ну что, приступим. Поставим. Возьмем нашу эту самую. А может это они типа. О, болт какой. О, резьба. Пацаны, видали, да? Скушал кто-то. Тут еще как-то. Вот Турция нас радует. Так же, как и Китай. Да, может даже больше. Да что же это такое? Так, что тут? Так, что у меня тут есть? Куча. А где это реле? Реле у нас поставим сюда. Так, поставим в реле. Прикинуть надо. Так, поставим это. Зачем реле? Сам не знаю, зачем реле. Пускай будет. Так. Этот на 10 ампер все ставлю. 24 модуля, 12 на 1 рейку получается. Правильно? Да что ты? Да, и там 1 на 16 у меня должен быть здесь. Нету. Так,
Так, так, так, так, так. А с этим-то что делать? Пацаны, блин, я не знаю. Пойду в заначки посмотрю. То есть, если я ее поставлю вот так, мне будет удобно заводить. Это как она внизу будет? Ну да, корячиться придется как-то тут. Ну вот так она не будет. Ну неудобно, конечно, будет соединять это все дело. Берем, закручиваем этот самый. Лучше потанул головой. Ну все, как бы турецкую халтуру мы исправили. Как они вообще продают это? Вот у нас так получилось, нормально держится. Вот она. О, вот так должен щелкаться. Так, это получается у нас 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Но мне это уже не нужна фигня. Можно еще автомат дуть. Как бы это мне не нужна, получается. У меня здесь две есть. Одна гребенка у нас земляная. С одного дифференциалки будет выходить это на свет, вот это вот, и это будет на эти, да. Ну и отлично, что здесь даже удобно, видите, земля с этим как бы встречается, и земля с этими встречается. Отлично. Ну вот что у нас получается. Только вот здесь, видите, я с той стороны начал резать, как бы. И у меня кусками он отваливается. Кусками отваливается херня. Видите, это нонсенс. Слоеная пластмасса, что ли. Вот здесь очень ужасно получилось. И здесь слоями отваливается. Вот я уже на второй как-то более-менее слепил. Пипец просто, блин. А что это тут за дырки такие? Вы что, не можете нормально заставить нас покупать? Мы опять начнем резать. Блин, ну ладно, в принципе, купим. Так, теперь вот эта фигня не нужна. Вот наши автоматы. Наши автоматы. Теперь давайте рейку. Рейка где-то рейка. Ну а пока я дособираю щит, напишите в своих комментариях, ребятки, правильно мы делаем, неправильно, как бы вы сделали и так далее и тому подобное. Так что не стесняйтесь, мы любому совету рады, поскольку это не так часто мы делаем. Возможно, мы что-то сделаем не так, и это приведет к печальным последствиям. Этот есть. И теперь нам надо пустить фазу отсюда сюда и сюда. И все. И потом скоммутировать на реле, что-то дать как-то. И весь монтаж. А сюда будут у нас приходить эти самые земли все.